Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Семь лет строгого режима получил бывший начальник Северодвинского АБЭП Юрий Кузнецов за получение взятки в виде бензина на 350 тысяч рублей. Свою вину он частично признал и раскаялся. Второй обвиняемый по этому делу, взяткодатель, он же экс-директор архангельского филиала АЗС Василий Овчинников, наказание избежал. Два человека погибли в результате ДТП на 6-м километре Коротского шоссе 22 мая. Примерно в 23:40 45-летний водитель «Лада Приора» с пассажиркой-ровесницей двигался в направлении от города за грейдером и врезался в него. После чего ее выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомашиной «Ларгус». Значит, двое мужчина и женщина, двое человек, да, значит, находившиеся в автомашине «Лада 217-130», значит, погибли. По обстоятельствам ДТП проводится экспертиза и проверка. В результате этого установят причину смерти погибших. Сразу две девочки попали под колеса автомобиля 24 мая. В 16:49 водитель «девятки» двигался по левой полосе со стороны Кириллкина в сторону проспекта Труда по проспекту Победы. В этот момент напротив дома 48 дети переходили дорогу в неположенном месте. В результате чего одна из девочек была госпитализирована в детскую городскую больницу с переломом плеча. Вторая девочка получила у нас ушиб голени и находится на амбулаторном лечении. С начала года в авариях пострадали 15 детей. Пятеро по своей вине. Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Внимание всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию.